Тирс, в волшебном мире ты друзьям улыбнись, Край Бэйбис. Легенда о Нарве, часть первая. И тогда он обнаружил, что жуткий запах идет из его подгузника. Ой! Перемотка. Из его подгузника. Ух ты, вот это реакция. Спасибо. Теперь моя очередь. Трепещите, это жуткое чудище ненавидит малышей. Я расскажу вам легенду о Нарве. Нарви! Силой своего золотого рога Нарви может превратить в золото все, на что посмотрит. Значит, это он посмотрел на золотую соску. Так вот почему она золотая. Точно! А мою доску он сделает золотой. Никто никогда не осмелился подойти к Нарви. Тогда мне это не интересно. А мне интересно. Пойду открою новые созвездия. Это намного безопаснее. Я вас сфотографирую. Ой, эй, убери вспышку, ты нас ослепила. А кто же покажет вам дорогу? А кто может? Кто может? Вот что бывает, когда я рот открываю. Не верю, что чудище злое. А золотой рог правда существует? На всякий случай у меня есть вот это. Это же очки-шаг. Да, я позаимствую. Мы уже почти рядом, не отставайте. Мы уже 3 часа ходим, а все еще на том же месте. Может, пойдем домой? Золотой камень! Это значит только одно. Это же пещера Нарви. Ну вот, посмотрели. Теперь домой, пока он не проснулся. Привет, Нарви. Давай познакомимся. Ты любишь мороженое? Может, он не хотел превращать нас в золото, а просто хотел угостить нас золотым мороженым. Наверное, оно вкусное. Жаль, что я испугалась и уронила его. Не время фотографироваться, Даги. Все очень серьезно. Можно вернуться и забрать его. И я туда больше не пойду. Ты мне уже надоела. Нарви, малыш, такой же, как и мы. И он совсем один. Бедный Нарви, он, наверное, подумал, что мы не хотим с ним дружить. Бедный Нарви. Есть только один способ все исправить. Перемотка! Никакого вкуса. Нарви, мы хотим с тобой дружить, не бойся. Нарви, хочешь поиграть с нами? Ух ты! Как здорово! Простите, все, на что я не посмотрю, превращается в золото. Даже мой нарвальчик стал золотой статуей. Нужно ему помочь. Не бойся, Нарви. Раньше я тоже все превращала в мороженое, пока не научилась управлять своей силой. Надо просто потренироваться. Вот, надень очки шаг, и тебе не нужно будет закрывать глаза. Еще чуть-чуть, и был бы золотой маникюр. Какой ты модный и очень стильный. Тебе идет. Начнем тренировку. Видишь эти предметы? Так, давай попробуем медленно. Кажется, будет сложнее, чем я думала. Ух ты! Я научился управлять своей силой. Проверим. Ура! Никакого вкуса. Как здорово собраться всем вместе за молочком и не бояться превратить что-нибудь в золото. Я знала, что ты любишь малышей. Спасибо, что дружите со мной. Golden Magic Tears! Золотые пижамки! Благодаря вам я больше не буду превращать в золото все подряд. Вот только бедняжка Нара. Нужно спасти ее. Помогут ли Край Бэйбис Наре вновь стать живой? Не пропустите следующую серию. Продолжение следует.